Шалом! Мы продолжаем изучать книгу Соломона Коэлет, первую главу. Пишет Соломон, что в своей мудрости он углубился настолько, что заметил. Неблагодарное дело сделал Всевышний. Создал человека, чтобы он томился. Обратите внимание, на иврите написано слово «лаанот». Слово «инуй» – это мучился. То есть, одним словом, Бог создал нас, чтобы мы страдали, мучились. И мы задаем вопрос, почему? Почему вот такая вот жизнь? Мы добиваемся чего-то, приходим к чему-то, и вдруг вот эта шкала, этот монитор, он прыгает вверх-вниз, вверх-вниз, вверх-вниз. И так вся жизнь. Человеку никогда не бывает полностью хорошо. Потому что вот это хорошо вдруг превращается в переживание, страдание. Мы укладываемся спать и думаем, что же будет завтра или наоборот. Причем я не говорю сейчас за всех, но большинство людей, они не находятся в таком вот, знаете, спокойном состоянии. Ну, во всяком случае, не во всех отрезках своей жизни. И вот здесь есть одно слово. Ла-анот, вот это слово мучиться, его же можно и перевести как ответить. Человек должен искать ответ во всех событиях своей жизни, во всех отрезках вот этого, вот этой шкалы, как она идет, эта кардиограмма, этот монитор. Мы должны видеть, почему, зачем делать какие-то аналитические выводы. Но самый главный вывод – это увидеть прекрасное вот в этих скачках. Понять, что это от Бога. И Бог знает, куда Он нас ведет. И если, не дай Бог, мы придем к прямой линии, то есть нам всегда будет хорошо, значит, мы уже умерли. И с этим состоянием никто не может согласиться. Поэтому с Божьей помощью давайте будем радоваться. Вот это мучение, оно для каких-то ответов, для поисков решений. Шалом, шалом. Момент мудрости. Моменты, меняющие нашу жизнь. Ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал.